Ульяновские дворы очищают от наледи и сосулек. Спецтехника управляющих компаний устраняет наледь и образовавшиеся снежные валы во дворах после первичной уборки. Также идет очистка парковочных мест, расширение внутридворовых проездов и кровель жилых домов. Работу и состояние дворов проверяют специалисты управления ЖКХ и диспетчерской службы 05. В Ульяновске прошел парад Дедов Морозов. Его участниками стали 200 человек. Представители учебных заведений, спортшкол, центров детского творчества, школ искусств, а также городских предприятий. Колонна Дедов Морозов проследовала от сквера Гончарова на площадь Ленина, где для участников парада провели конкурс. В Ульяновске открыли лыжный сезон. Участниками соревнований стали 200 спортсменов. Лыжные гонки проводились в 8 возрастных категориях. Длина трассы составляла от 3 до 5 километров. Также попробовать свои силы в соревнованиях мог любой желающий.